Приветствую всех. С вами Низирамас. Мы... Это, в общем, Спайра. Первый. The Dragon. Японская версия. Насколько я слышал, тут есть некоторые отличия. А я как раз некоторое время уже не играл в Спайра. У меня есть на канале прохождение американского региона. Но почему бы и нет, собственно. Вдруг кому-то интересно, как и мне, будет посмотреть на отличия. А, шрифт здесь обычный. Хай, камерабата! А, вареваре но секай ва 5つ тому дитсни хейва де... А, 6つ датта га, сайкин тоши но сейка. А, де, ацмета такара мо 12000, ия 4000 датта га на. ところでお尋ね者のナスティーノークのことなんですが、最近あちこちでまた随分悪さをしていると聞いていますが、こちらには？それは私から、すごい魔法を発明したと押し売りに。うるさい！あまりにしつこかったので、遠い世界に追いやりました。もううるさいやつで。ふざけやがって。しかも見るからに悪そうで。頭にきた！こうしてやる！どうやら僕の出番みたいだね。Ну, в общем, да. Естественно, мы ничего по озвучке не поймем. О, аригато, Спайро. Мазу ва умибе ни иру кикю нори ни ай ни итте горан. 彼の言うことをよく聞くんだよ。でもナスティーノークは僕がやっつけてやるよ。慌てないでスパイロ、とにかく話をよく聞くことだ。так, камера что-то прямо скажем, совсем угашенная какая-то. Какая-то вообще дикая. Не знаю, что это. Ага. Вот печальная камера на ручном управлении. Ох. Это совсем как другая игра ощущается. Из-за такого управления, скажем так. Маасерна, омае ва мада обое накереба наранай кото га таксан ару зо. Татоеба соно томбо да. Соиц но намае ва спаркс то итте, омае о кикен кара мамотте куреру тайсецна томодачи нан да. Ну, в общем, сказал нам про Спаркса. О, это дикость. И просто адовая куча табличек каких-то стоит. Хм. Забавно. Чтобы вот так вот бегать, нужно треугольник еще держать зажатым. А, вот, как подсказки активируются. Кстати, обратите внимание на цвет Спаркса. Хоть он и блестящий, с этой аурой, но вполне себе зеленый. Ох, долго я чувствую, буду привыкать. Я вот серьезно не ожидал, что тут уже такие отличия пойдут. Я думал, может, как в Crash Bandicoot, ну вот максимум эти подсказки вот добавятся. Но нет. Еще управление тут блокирует само себя.
крайне непривычно, честно. Но посмотрим, смогу ли я пройти. Так, ну это жизнь, понятное дело. Такому, как говорится, жизнь меня не готовила. Чую, как будто играю совершенно в другую игру. По управляемости, то есть я вообще не ощущаю персонажа. К этому типу не пойдем, у нас все равно нет, сколько там запрашивает на свои услуги. Я не буду все эти таблички смотреть. Ну, смысл ноль, все равно я ни хрена не пойму, что там написано. Так, ну этот нам сейчас не откроет ничего. А давайте пролетим сюда. О, кстати, есть трехмерные шрифты, я думал. Не стали заморачиваться с трехмерным японским шрифтом. Оказывается, где-то он местами встречается. Давайте этого освободим. Последнего на этот. Сайкин, коно секай не аравалета. Рю но атама но каккоу шита ирикучи ва шиттеру кай? Соре га доу ка шита тте ю но? Боку мо икоу то шитан да кедо, куакуте аши га фуруэ чатте. Нанда? Вот камера. Отпусти меня, табличка. Я не хотел тебя убивать. Внезапно. Ладно. Не, очень большие уже изменения. Я вот повторюсь, конечно, но не ожидал столь больших изменений, просто чисто из-за того, что игра другого региона. А, смотрите, уровни пронумерованы. Сколько? 93 из 100. Где я парочку кристалликов протерял, скажем так. А, не упорой меня. Я серьезно, кстати, без понятия, где я мог проделать эти кристаллики. А, вот они. Давайте сразу сводим сюда.
Так. По-моему, тут инвертировано управление вверх-вниз. Так, это, конечно, плохо, идея была сюда с самого начала переть. Я бы сказал, это ультимативно плохая идея была. Давайте тогда поезда сожжем. У меня в русской пиратской версии они назывались мазут. Видимо, имелось в виду бочки эти. Давайте сразу дождемся. Слетаем к третьему, чаще к четвертому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь осталось самое сложное. Вот это можно сбить. Тебя можно сбить. Давайте этих двоих. И вот этого. Теперь вот этот. Остались арочки. Я не уверен, что я правильно пошел, но в принципе, мне кажется, времени должно хватить. Спайра не надо. Он как-то немножечко все вниз продолжает отклоняться. Да, таймер уже пошел. Но я думаю, хватит, да. Если я не нырну сейчас, то вполне. Ну да, прошли этот уровень. Даже он как-то по-другому ощущается. Ну, я по памяти тыкнул, что надо вторую опцию тыкать, чтобы меня не заставило переигрывать еще раз. А это был 1.5. Так, получается, вот это 1.1 будет, да? Stonehill. Ну да. Здесь 200 камешков будет. О. Спайр просто сам заспаунился. Так, в эту... В колодец я не стал прыгать, смысл ножить. От этого сейчас. ドラゴンを助けた後にある足場に乗ると妖精が出てくるだろ。彼女たちは不思議な力を持っていて、いろいろとお前の手助けをしてくれる。仲良くな。Ох, не представляю, как я буду гоняться за ворами. Потому что что-то мои ощущения подсказывают, что Спайра тут как-то немножечко медленнее бегает. Возможно, это так кажется из-за этих заносов. Что вы... Заносит как чертей. Да, Спайра? Заносит как черта? Кстати, поскольку меня сейчас особо активно никто не хочет ранить, так нет. А, в принципе, пофиг, можно здесь пойти. Вот, давай, рань меня. Угу. Давай, теперь ты рань. Я просто... Ну да, Спаркс тут зеленый полностью. Не умеет тут менять цвет. Он только меняет рамочку свою. Ну, сияние. Ну, кстати, доля логики в этом есть. С чего бы после каждого... Каждой съеденной бабочки ему полностью менять цвет. Хм.
Уже почти половина. Так, тут еще что-то лежит. Ну что ж, в этом вот участок вроде закончили. Давайте поднимемся наверх.君はまだ小さいから大空を飛べない。そうなんだよ。だけどその翼で高いところから滑るように飛ぶことはできるんだ。そうすれば行けるところは随分増えるはずだよ。Ты слишком сложно говоришь. Где тут берег этот? Где-то там, похоже, да? Ну да, вон там. Ладно, давайте погоняемся за ворюгой. Где-то здесь вон бегает. Ну да, варюгу тут тоже тормознутый. Здесь звук немножечко другой. Скажем так, незнакомый. А я помню, в детстве очень много пытался пройти сквозь эту стену. Ну, откуда мне было знать, что это просто банальная граница уровня. Я думал, это как-то открыть можно. Спаркс. Уши камень. Да, игра явно была не рассчитана на такую камеру. Что же будет в моментах, где нужно будет как-то далеко и очень точно летать? Ого, сколько овец. Дайте-ка я схожу за ключом. Интересно, вот этот звук что-то значит, или это просто именно чистый вот звук какой-то спайер произносит? Непонятно. Ну да, подсказочка наверняка говорит про то, что это выход, и что с выходом ему надо делать. Сложно. Где я прозявил еще 14 камней? Такарану хаку мискета мадева юкаттандагане. Каги га аканакуте наянде иру учи ни кристалл ни сарете. А вот же еще что-то я прямо в этом помещении не собрал. Я думал, главное, я уже пробежался. Ну, знаешь, плохо пробежался, чё. Очевидно. Так, осталось 6 кристалликов. Да, чё-то я очень криво пробежался. Очень криво. Может, чё, здесь что-то пропустил?
Нет? Это странно. Ну да ладно. Дайте куда, я где-то наверху это хозяин. Вот это помещение, помню, точно я пробегал. А вот здесь я, кстати, вот в эту сторону. Я же не полный круг пробежал, скорее всего, здесь я и оставил. Или нет? Что-то такая большая ровная площадка без ничего. Там в трех деревьях я брал два алмазика красненьких. Даже и сам я их брал. Хм. Интересно. А, вот один. А, ну да, еще три же надо найти. А вот и они. Ну да. Плохо осмотрел верхотуру. Не ори ты так. Это страшно. Не слабо. Давайте-ка сходим вот в этот уровень. Dark Hollow. В оригинале. Я даже не увидел, какой номер, надо было глянуть. Для интереса. А, ну тут сотни всего, да? Сейчас сначала вот сюда схожу. Какие-то они еще более тупые, чем в оригинале. Ну, возможно, это чисто мое мнение. Хотя они как-то побыстрее, по-моему, движутся. せっかく宝の箱の鍵を見つけたのに、こんなところでクリスタルにされてしまったんだよ。そう、もうちょっとだったんだね。 Здесь камешек. Вот честно, играю как будто в какую-то модификацию на Спайра. Вот ощущения именно такие. Потому что это... вообще никак не похоже. По ощущениям вот на того самого Спайра, которого я с детства играл. Давай кушай, Спаркс. О, здорово. Я тебя сожгу. Ты же сказал? Ключ все так же себе ведет. С
くここまで来られたな。いいか、奴らが使っている不思議な金属はドラゴンの炎を跳ね返してしまう。だから戦うときは頭を使えよ。ま、俺なら楽勝だ。Столько сказал и хоть чтобы понятное сказал. Нет, честное слово. Здесь у нас жизнь будет, помимо всего прочего. То часть уровня есть 15, мне интересно. Или я опять где-то прозявил. По идее есть. Как раз, по-моему, 6 около выхода разбросано. Или нет? Настига Махуди, дай я у монстра не счатанда, да краятки либо мутону дай я не. Что бы ты ни сказал, окей, дракон. Ну вот и все. Этот уровень вообще коротенький, маленький. Ну, это как раз 1-2. Так, давайте пойдем в Town Square. Town Square. Который на верхотуре той башни. Он будет немножечко потруднее, там уже могут возникнуть проблемы даже чисто из-за камеры. Войди в него, проблема чисто из-за камеры. Новая информация вам такая, к размышлению. Окей. Без проблем. Так, у нас тоже... А, тут 200, да? 4 дракона. Я думаю, мы вот за эту серию весь... всю первую зону пройдем, а дальше... посмотрю, буду дальше проходить или нет. ここはグライドタウンというステージだ。お前のその翼で高いところから滑るように飛ぶことをグライドと言うんだよ。そのグライドがとっても重要だ。もうマスターしてるかな？Что бы ты ни сказал, дракон。А, не-не-не。Надеюсь, это я сохраняюсь. Конечно, на всякий случай я сделаю квиксейв за кадром, вот когда первую серию закончу. Вот чисто вот прямо на моменте, где я сохранюсь. На случай, если это какую-то ошибку мне выдает на сохранение. Ну, сами понимаете, трудно понять, хорошо сохранилось или нет, если я не понимаю язык, на котором мне игра что-то сообщает. Это наверняка нам сказал вот про вот эту яму, что тут надо вот так вот полететь.
А помню, бывало в детстве, у меня проблема возникала даже с этой ямой. Окей. Ну так, бычара, у кого рога рогатие? Так, пойду попробую ушатать этого чудозавра. Окей. Сказано, сделано. А-на-на-на-на-на-на. Ой, чанг не прогруженный был. Какого же хрена спрашивается? Так, камешки будут по... Звук помощью что-то лежит. Ого. Больше, чем я ожидал. Слава богу, ничего нет. Давай, драконов сок. Ну, давайте дракона поймаем. Таскете курета, аригато! Ну, вот единственное, что я понимаю, это то, что они говорят типа спасибо. Ну, в общем, благодарность выражают. Это единственное слово, которое я понимаю из того, что они говорят. Кстати, почти готово. Нафиг. Ты мне разгоняться мешаешь. Как же плохо, наверное, видно. Это все. И наверняка, если кто не знает эти уровни, то есть, ну, не знает оригинальную игру, вообще... Очень трудно ориентироваться, вот как я сейчас играю. Просто я же играю, потому что я знаю. Спайро, аой фуку кита тозоку микагенагатта кай, айцра вареварено шизоку но тайсесна тамаго нусендерунда. Ниге аши ва хаяй кидо, нанто штемо тамаго торикаэште куре, соушинайто варевару тарунда ё. Ух ты, какой печальный дракон. А, походу все-таки сохраняется. Да, у меня как раз 12%. Ну что ж, к боссу. Боссу по имени Тости. Забавно, что этим табличкам не перерисовали возможность врезаться в них. Ну, это 1.4, то есть босс. А 1.5 это вот этот бонусный полетный уровень.
Чего-то 500. Возможно, надо было набрать 500 камней, чтобы войти в этот уровень. Да, ну что ты делаешь? Поймал. Теперь собрать все, что осталось в этой зоне. Кстати, вот откат тут хороший. В оригинале он... Вот, если вот полностью его зажать, он вот такое расстояние преодолевает. То есть, по сути, вот... Ну, 2,5 плитки, грубо говоря. Че, как 2,5? 1,5 плитки. В оригинале он намного меньше. Ауч, ты че, дедок? В оригинале он где-то вот такой вот откат делает, а тут чуть ли не в два раза больше можно сделать. Минус дедок. Ты еще на меня навелся, я не понял. Кристаллик, я помню, тут сотенка. Должно быть один дракониус. Так, сейчас будем сливаться. Иди сюда. Ага. И я что-то где-то прозевел. Прелестно. А, ну конечно. Я просто вот это не увидел. В общем, прошли первую зону. Играйте совершенно по-другому, я вам скажу по секрету. Ай, дайте мне стрекозу мою. Давайте для символизма сохранимся на первом же драконе.
Ну, в общем, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Если я все-таки решусь проходить дальше. Что сказал? Это такой... Такая деловая колбаса идет. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Паника, паника. Не подозревай меня, Спайра, одумайся. В общем, всем пока.